Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с работами художников, их биографии. Гарольд Хьюм Пифа родился 10 августа 1867 года. Британский художник, иллюстратор и один из первых британских авиаторов. Изучал искусство в школах Королевской академии в Лондоне, выставив свою первую картину в Королевской академии в 1895 году. Писал маслом и акварелью самые разнообразные сюжеты, в том числе исторические картины. Я пользуюсь переводной Википедией. В то же время он работал иллюстратором для периодических изданий, а также иллюстрировал роман. С 1907 года заинтересовался авиацией и в 1909 начал летать на самолете, который построил сам. Свои первые полеты совершал в Западном Лондоне, недалеко от своего дома. В 1895 женился на Хелене Уокер. У них было четверо детей. В 1902 Пифор женился на Леоноре Хойл в Эдинбурге после смерти своей первой жены. Писал самые разнообразные сюжеты, как маслом, так и акварелью. Заработал свою репутацию, выставляя большие исторические картины в Королевской академии 4 раза в период с 1895 по 1899. Наиболее известным из них была «Сарагоса» 10 февраля 1809 года. Литературовед Аллингем описывает эту работу как драматичное, можно даже сказать, сенсационное изображение войск Наполеона, жестоко подавляющих сопротивление испанских патриотов на полуострове Сарагос. Умер 17 января 1939 года в возрасте 71 года. Вот так вкратце о Гарольд Хьюм Пифа, британском художники, иллюстраторы, данные из переводной Википедии. Пока-пока, до свидания.